2000 билетов на предстоящий футбольный матч Енисей-Анжи продали за 2,5 часа. Такой ажиотаж вызван тем, что красноярская команда завоевала бронзу в ФНЛ и теперь сыграет 2 стыковых матча за выход в премьер-лигу с махачкалинским Анжи. Первая игра пройдет уже в этот четверг в футбол-арене Енисей в 19:00. Ответный матч состоится 20 мая в Махачкале в 21 час по Москве. По результатам 2 встреч определится команда, которая и проведет следующий сезон в премьер-лиге. Небольшая партия билетов, возможно, появится перед началом матча. За информацией пресс-служба клуба просит следить в социальных сетях.